Многодетные семьи Дагестана теперь могут получать компенсацию части оплаты обучения своих детей по образовательным программам в средних образовательных учреждениях на платной основе. Такое постановление было учреждено правительством региона. Уже с этого учебного года можно получить компенсацию 30% на детей из многодетных семей, где есть 5 и более детей, а также 20%, где менее 5. Отправить заявку можно через госуслуги, МФЦ, соцзащиту и посредством почты. Заявление за учебный год, который начался с начала сентября минувшего календарного года, представляет заявителям каждый год по окончанию этого учебного года не позднее 30 ноября календарного года, в котором он закончился. Эта мера господдержки дается однократно на каждого ребенка, который учится в образовательном учреждении на очной форме обучения в возрасте до 23 лет. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Министерства труда и социального развития Дагестана.